Добрый день, уважаемые подписчики нашего канала «Садовые механизмы». Добрый день, случайный зритель. Добрый день, хейтеры. Добрый день, любители садовой техники. Сегодня наш выпуск посвящен вот этой замечательной машине, а именно садовому мини-райдеру фирмы Deo, модель DVR-620. Для кого же она незаменима? Для тех людей, у которых небольшие и средние участки от 1000 квадратных метров до 2500 квадратных метров, где нагорожено всего. Есть леса, есть яблони, есть грядки. В общем, эта машина маневрирует среди них и косит вам траву в очень сложно доступных участках. Сейчас я буду говорить о том, что в ней крутого, что внутри, про двигатель, в общем, про все то, что в ней есть. Итак, погнали. Друзья, что хочу сказать, не слезая с места. Сначала хочу остановиться на маневренности аппарата. Радиус разворота здесь составляет 63 сантиметра. Вы легко будете маневрировать между деревьев и между грядок. Очень круто, очень эргономично. Плюс дека специально смещена в бок для того, чтобы мы проходили вдоль препятствий. В общем, это что касается не слезая с места. Сейчас я покажу сердце этой машины, потом панель оператора и какой рычаг за что отвечает. Плюс отдельно поговорим про травосборник, ну и, естественно, про деку. Погнали! Прежде чем я вам расскажу о сердце этой машины, я расскажу вам, как до нее добраться и что же под эргономичным креслом находится. Убираем кресло, видим два демпфера, это для того, чтобы оператору не так чувствовались кочки. Ну и, соответственно, по безопасности здесь два датчика. Если вдруг каким-то образом оператор слезает с незаглушенного мини-райдера, эти датчики сразу же отключают и деку, и машину. После этого убираем крышку, и под крышкой мы видим наш замечательный двигатель фирмы Deo V-Series объемом в 225 кубических сантиметров и мощностью 7,5 лошадиных сил. Огромный плюс этой машины. Можно заводить ее как от стартера 12 вольт, то есть от аккумулятора, так и от ручного стартера, который находится справа от оператора. Покажу дальше. Под рулем находится у нас ключ зажигания. Это как раз от 12 вольт от аккумулятора. Поворачиваем ключ, заводим. Если вдруг аккумулятор разрядился, как я сказал, машину можно завести механически. Естественно, как и у каждого райдера, заводка начинается с выжимки тормоза. Сначала выжимаем тормоз, потом поворачиваем ключ, машина заводится. Если хочется поставить на паркинг, чтобы машина никуда не покатилась, выжимаем тормоз, поднимаем рукоятку вверх, все, машина становится на паркинге, никуда она не тронется. Машина оснащена механической коробкой передач. У нее 4 скорости вперед и 1 назад. Вперед она движется со скоростью 4,5 км в час, назад 1,5 км в час. И огромный плюс этой машины то, что она имеет функцию кошения задним ходом. Это действительно круто. Ну и перейдем, естественно, к прямому функционалу этой машины. Это косительная дека. Косительная дека шириной 62 сантиметра позволит вам, как я уже говорил, проходить по узким участкам вашей территории. Дека здесь подключается механически, вот таким вот образом, кверху. Регулировка высоты кошения травы находится с правой стороны от оператора. Вот этот рычаг. Здесь 4 положения. Можете выбрать удобную вам высоту скашивания травы. От 3 сантиметров, ну и, соответственно, до 9. В промежутке идет второй этап, это 5 сантиметров и 7 сантиметров. Дека очень легко опускается и очень легко поднимается. Дека защищена металлическим кожухом, и, как я уже говорил, она смещена в бок для того, чтобы мы проходили вдоль препятствий абсолютно свободно, не задевая декой их. И вишенка на торте, на деке присутствует система Deck Easy Wash. Это специальный штуцер для промывки деки, то есть подключаете сюда садовый шланг, включаете воду и, соответственно, чистите как нож, так и защитный кожух. Также с правой стороны от оператора находится рычаг регулировки оборотов двигателя и механический стартер. Еще раз повторюсь, если вдруг аккумулятор разрядился, вы всегда можете механически завести машину. Итак, друзья, машина оснащена задним приводом. Отдельно хочу остановиться на колесах. У колес специальный протектор, чтобы не портить ваш газон. Что немаловажно, подшипники стоят в колесах. Ну и, конечно, хочу остановиться на травосборнике. Травосборник здесь объемом в 140 литров опорожняется очень просто с помощью вот этой телескопической штанги. Легким движением опорожняйте травосборник. Как вы узнаете, как он заполнен? Да здесь еще один плюс. Здесь звуковой сигнал о заполнении травосборника. И плюс здесь есть датчик. Если травосборник не дошел до конца, то дека не включится. Поэтому обязательно доводите травосборник до щелчка. Итак, друзья, чем хочу зафиналить наш обзор. Машина DVR-620 компактная,
упаковано полностью для того, чтобы косить траву, и механическим стартером, и стартером от 12 вольт, дека на 62 сантиметра, травосборник на 140 литров, 63 сантиметра радиус разворота, ну и, конечно, все эргономично, все под рукой оператора. В общем, машина реально крутая. Переходите по ссылке на наш сайт, смотрите инструкцию подробную, соответственно, ознакомьтесь с ценами, приезжайте к нам в гости. Город Москва, улица Полярная, 33А. Обязательно попробуйте машину, можно даже на ней покататься. Ну и, соответственно, по желанию приобрести. А я вам желаю счастья, любви, удачи. Пока!